В научной библиотеке имени Лобачевского состоялось заседание ученого совета Казанского федерального университета. В начале мероприятия исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский наградил работников и студентов университета почетными грамотами и дипломами о присуждении именной стипендии. В ходе встречи участники заседания обсудили текущие проекты. Буквально пару часов назад министр науки и высшего образования Фальков Валерий Николаевич подписал приказ о победителях конкурса по созданию передовых инженерных школ. Наш университет попал в число победителей этого конкурса. Я хотел от всей души поздравить коллег из институтов, которые принимали участие, коллег из Набережно-Челнинского института, коллег из КАМАЗа, которые приложили большие усилия к тому, чтобы наша заявка была одобрена. На повестке дня был выдвинут ряд вопросов. Выбор заведующих кафедрами, конкурсный отбор претендентов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, присвоение ученых званий, а также выдача дипломов докторам и кандидатам наук. Помимо этого, участники мероприятия обсудили возможность дополнительного финансирования научных проектов университета. Маргарита Михайлова, Никита Акиньшин, Универньюз.